Приветствую вас, друзья, добро пожаловать в Destiny 2. Сегодня мы поговорим по поводу данного автомата. Меня в последнее время часто очень спрашивают, что это за автомат, где его выбить, что у него за характеристики. Вот перед тем, как мы перейдем к разбору полетов, я скажу пару слов. Он хорош во всех отношениях, даже независимо на то, что у него 450 скорострельность. Напомню, я до этого пользовался активно долгом, там было 600 выстрелов в минуту, но тут это компенсируется благополучно уроном. Так что же хорошего в данном автомате, давайте перейдем теперь к техническим характеристикам. Данный автомат выпадает у нас из инграммы военного ИИ, обратите внимание, вот он, но не факт, что он вам выпадет, да, тут все-таки, когда вам даются инграммы, идет рандом. Что касается, как получить эту инграмму, есть отдельное видео, обязательно посмотрите. Перед тем, как мы перейдем к техническим характеристикам данного автомата, скажу два слова. Его часто сравнивают с зарождением легенды. Это некорректно. Почему? Потому что я считаю, это универсальный автомат, а зарождение легенды у нас более PvP-автомат. Что касается долга, да, я очень нахваливал этот автомат. Скажу, и долг хорош, но проблема в том, что он более PvE-автомат. Потому что там благодаря модулям и очень жуткий расход боеприпасов идет, да. Тут же благодаря тому, что скорострельность на 150 выстрелов ниже, 36 патронов в магазине вполне достаточно. У вас нет ощущения, что у вас вечно не хватает боеприпасов. Что касается модулей, вы делаете ставку либо на увеличенный урон последними боеприпасами, либо на стабильность. Тут же подойдет более к консольщикам, у вас более ощущается стабильность. У нас же все стреляется в точку. Что касается второго, обратите внимание, тут можете повысить свой магазин, скорость перезарядки и стабильность. Я же сделал ставку на бронебойные патроны. Магазин я компенсировал абсолютом, да, что касается стабильности, я компенсировал компенсатором, вот, ну а по поводу скорости перезарядки у меня идет огненный титан через верхнюю ветку, поэтому скорость перезарядки у меня там мгновенная, и плюс бронебойные патроны наносят дополнительный урон вражеским щитам, не скажу, что он хорошо снимает щит, но действительно лучше, чем любая другая кинетика, ну как я сказал, тут вы можете сделать ставку, кстати, на дальность стрельбы, и у вас будет очень дальнобойный автомат. При этом тут точная рама, то есть у вас автомат уводит ровно вверх. В целом я очень доволен данным автоматом. Я уже забыл про долг, я уже забыл про последний вздох, и я даже иногда в смятении, что же поставить, там меньше из зол, смерть с небес, или данное оружие, или там, например, крыло. Так что на вкус и цвет, как говорится, но я вам всем советую данный автомат, он очень крутой. На этом у меня все, спасибо, что смотрели, подписывайтесь на группу, на канал, пишите свои комментарии ниже, всех благ, друзья!